Так, едет Эшечка. Он там едет. И тоннели, блин, не буду. Так, очень, наверное, огромный, я не знаю. Ну, что-то я не могу понять, и какой-то странный грузовой состав. Ой, ну и вообще, конечно, огромный. Наверное, он сильно огромный. Наверное, он не поместит на этот участок. Зачем его попозже набрали? Эй, алло, ты чего ты так? Чего так много набрали вагонов? Это тяжело. Боюсь, он... Да, огромный. Это что за фигня? Ладно, ладно, пропускаем этот состав. О, трехсекционный вообще Т-3-шка. Т-3 уже трехсекционный аж. Не знаю, какой-то машинист. Странно прицепили. Вы какой огромный там выходит, целая змея. Вообще. Так, все, проезжай. Отлично, все, все, все. Блин, какой, какой умедленный. Балушки, крытые в начале. Вообще странные. Эх, цистерный. Вообще целый хвост. Этот, опять этот полушечек. И потом еще трехколесные. Реально, реально, реально. Приезжает какой огромный какой огромная змея. Это что за странная местность? Так, все, ты приезжай-ка. Все, лестницы. Много всего, реально. Офигеть, какой он огромный ваш. Ну и нормально. Ну я не знаю еще насчет его. Вообще как проезжает совсем. Да, какой он огромный. Все, опять красный такой. Красненький со стойками. Этот полушечек. О, цистерна одна и два таких крутые. И в конце три таких цистерны. Неплохо. Так, он что, останавливаться должен? Ну, все, давай, блин, пока не вот, а! Вообще, ну, я не знаю. Давай, все, до свидания, пошел отсюда, вон. Ты не понравился, потому что ты очень огромный состав несешь. Я так не играю, все, гудбай. Ты плохой вообще-то. Че он так мочит, наверное? Пойду по траве, может, заберу что-нибудь. Пойду присмотрю. А, нет, не надо, не надо, не надо. Что-то он едет, едет, останавливается, оттормозится. Вон еще и здесь тепловоз. Он еще и на контактку пойдет поедет. Так, все. Я бушу. Нет никаких машин, так автобус поезжает. Перехожу местность. А что он там делает? Надо быстрее в погоню. Погоню. Погоню иди. Ладно, пойду, все. Ладно, не буду тебе присматривать за ним.